Кручу, верчу, запутать хочу! У каждого из вас есть ровно по 2 секунды, чтобы объяснить мне, почему вы не предатель. И главное, чтобы я вам поверил. Мия, почему ты не предатель? Потому что банан предатель. Я не предатель, потому что ты предатель. Потому что я не предатель. А, у Леры микрофона нет, она разговаривать не может. А, так, банан, почему ты не предатель? Потому что я пьяный. Кого? В смысле? Ясно, он точно предатель. Не верьте ему до конца игры. Потому что я не желтая, я фиолетовая. Потому что я в туалет. Потому что я белый. Потому что меня подставили, это все желтое, это все банан. Ну слушайте, больше всего из вас всех я здесь не верю, почему-то именно Костя. Потому что ты, собака сутулая, всегда почему-то меня подставляешь. Почему он всегда говорит, что предатель я, если предатель не я, а? Это же всегда банан. И ты, Костя, 100% в этой серии ты будешь предателем. Ну, я надеюсь, конечно, но это ты. Ну вот сейчас мы и посмотрим, кто среди нас предатель. Банан, Костя или же я? Конечно, я надеюсь, что это я, чтобы всех вас закукарачить. Но посмотрим, как распределит нас всех судьба. Раз, два, и погнали! Ага, понятно, все понятно. Банан, как обычно, стоит и не шевелится. И самое главное, помните то, что желтому доверять нельзя. И я больше такую ошибку не допущу, которая была в предыдущей серии. Я же видел, как все подписчики писали комментарии под предыдущей серией. Я всегда говорил то, что желтый предатель, а сам в предыдущей серии всегда сидел в желтой футболке. Поэтому сегодня у меня фиолетово-синяя какая-то футболка. Сегодня я точно не предатель. Да игра же еще даже начаться не успела. Кто уже вот этот реактор тут бушует? Так, давай, нажимай. Ага, все прекрасно. Ага, не успел я даже задание выполнить, уже нашли трупак, да? Кто кукарекнулся уже? Лера пишет, это Мия, я была сзади нее, она Дашу убила. Ну, слушайте, я не знаю, а Лере вообще доверять можно? Я клянусь, она говорит то, что она клянется. Так, а где кокнула, где Мия кокнула Дашу, скажи? Около чего-то там, ага. Ну, слушайте, я ей не доверяю, она говорит около чего-то там, кто-то там кокнул кого-то там. Кто ей верит? Она дала клятву, значит, она все правильно говорит. Кого? Вызовите ему психушку, я вас умоляю. Он с начала серии какой-то наркоман. Короче, все, давайте тогда голосуем за Мию. Если Лера видела, значит Лера не врет. Все, за Мию. Ну, если Лерочка не соврала, это все же была Мия. Ну так вот, по поводу тактики, которую я разработал на последнем стриме. Кстати... Да что же так быстро вы все это ломаете? Да мы чинить это все... Не успеваем, как это... Нажми на кнопку, Амочка! Ёперный кокос. Ну так вот, дайте мне уже сказать, пожалуйста, по поводу тактики, которую я разработал на своем последнем стриме. Потому что на каждом стриме, который у меня проходит каждый вторник, четверг и субботу в 7 вечера по Москве, мы играем вот в этот Among Us в Майнкрафте. Я разработал новую схему. Ты чё партизанишь, картофанка, картофан? Да сколько можно дать? Хватит меня перебивать! Дайте я подписчикам расскажу! Ага! Дверь закрыта, внутри был Костя, и походу там трупак, если я не ошибаюсь. Там трупак, чё ты мне в камеру машешь, Лера? Чё-то они какие-то подозрительные, дверь была закрыта, все зашли в дверь, потом Лера помахала мне рукой в камеру. Ещё раз двери закрыты! Так, ну трупака здесь я не вижу, а здесь есть трупак и здесь нет. Нет, всё же здесь был трупак. Открывается дверь, сзади голубого появляется труп. Дурак, я с тобой стоял. Я потом выхожу. Я говорю. Я ничего не понимаю, что он говорит, но дверь была закрыта, и передо мной стоял банан. Поэтому, возможно, наркоман банан... Подожди, возможно, наркоман банан тогда не убийца. Это ты убийца. Знаешь почему? Я убийца, да ты кокнулся, Костя, да я ходил задание выполнять. Потому что я был рядом с бананом, и я все время смотрел на него.
Он же желтый. А я смотрел через камеры за всеми. Я видел, как Лера мне махала рукой своей в камеру. Это я махал. Это не ты махал, это розовая махала Лера. Вот Лера в чате пишет. Вот именно. Так что, Костя, ты с нами играть больше не будешь. Заколебал уже, честное слово. Кто убийца? Банан, это ты наркоман? Либо вот он червякамочка. Я не знаю. Я пока пропущу, я на этот раз пропущу. Но Костя какой-то слишком подозрительный. Он всегда меня обвиняет, когда он предатель. Следите за ним. Ёперный Костя, честное слово, как только я буду убийцей, я его в первую очередь кокну. Прям в первую очередь. Так, идите чините этот газопровод или что это такое. Так, все, починили. По поводу заданий, надо выполнять их как можно быстрее, и тогда два вот этих убийцы сразу же проиграют. И по сути, мы уже почти выиграли, там осталось у нас где-то 10 заданий, и все, победа у нас в кармане. А у меня новое задание в электричестве, и надо его выполнить. У меня два здесь задания, так? Я вообще... Чё? Я первый раз выполнял это задание, даже не понял, что там было. И сразу же второе, а здесь просто скачивать файлы. Да, дайте мне хоть раз задание до конца выполнить, я вас прошу, а? Это желтый, я вам гарантирую. Почему я был в запертой комнате с Костей? Это Костя! Это 100% Костя! Он на меня всегда гонит, подождите. Это Костя! Можно мнение высказать? Я не рассказал. Ну так может быть белый его там не убил. Это Амочка. Так где ты здесь Амочку-то видишь? Амочка сзади тебя стоит. Вот именно, мы же ее не видим. Как бы, поэтому, может быть, и она. Ямочку даже не видел. Я её даже не видел. Банан и Отомчик были со мной. Херейт говорил, что видел труп рядом с Отомчиком. Да! Стоп, разговоры! Сразу же замочку давайте. Если это не Амочка, тогда это 100% Костя. И сразу его за борт выбрасываем. Это не Костя. Если это не Костя, тогда это ты, Банан. Опа! Так реально была Амочка и Мия, чё мы так кокнули у всех сразу же? Я же говорил. Ну неплохо, ладно, первый раунд затащили, прям молодцы, почти без потерь. Начинаем второй раунд. Да японский предатель, да господи, дайте мне уже кого-то кокнуть. Пожалуйста, у меня прям уже руки чешутся закукарачить Костечку нашего. Опа! Еще одно задание. А сейчас я планирую отправиться в комнату охраны и следить за всеми через камеры. Потому что через вот эти камеры всегда можно найти очень много всего интересного. Карась один гуляет, карась выполняет задание. Молодец, я тоже выполню вот это вот задание. Водичку соберу и побегу в комнату охраны. А ты, Костя, в сторону вообще отойди. Да чё вы мне в камеры-то все машете? Вы как будто видите то, что я вот это слежу через них за вами. Амочка забежала в комнату там, где был карась. И если карась сейчас оттуда, а нет, карась выбежал, значит это не Амочка. Господи, как сложно. Кто это тогда может быть? Я в душе не чаю. Я не могу разговаривать, меня убили. Извините, выключай. Я же не могу разговаривать, меня же убили. Это розовая, я вам гарантирую. Я, короче, захожу к камерам, там валяется два трупа. Я вижу, падает третий перед розовой. Я забегаю, чтобы зарепортить. Вокруг лежит еще два. То есть она убила в сумме как минимум трех человек. Камерам был только Херейт. Он стоял на шифте возле выхода и сразу побежал к камерам. Лера была со мной много раз одна. Если была бы она, меня уже бы убила бы давно, когда они были вместе. Мне кажется, это Херейт. Это Херейт, хоть вы меня не слышите, но это точно Херейт. Я прям душой чувствую то, что это именно он меня кокнул. Замечательно, я сейчас трупак ходячий, ага. И сейчас я бегаю призраком, спасибо огромное. Не, ну это Херейт, это точно Херейт. А кто убийца-то тогда получается, я не могу понять. Ну если это Херейт, ну я просто даже не видел, кто меня кокнул в тот момент. Я в камерах был, а вот этот Херейт сказал то, что когда он сюда зашел, здесь было три трупака. Три! То есть трех человек кокнули в одной комнате.
Или это все же Лерочка? Она всегда вот на самом деле не я ей не доверяю, не она мне не доверяет. Она в прошлой серии тоже меня всегда убивала, вот каждый раз. И только посмотри, она же даже задания никакие не выполняет. Она просто заходит в каждую комнату и смотрит, нет ли там кого-то, кого можно кокнуть. Ага, Лерочка преследует прямо сейчас змею и кокает ее прямо у меня на глазах. К большому сожалению, я не могу об этом никому сказать, потому что, ну, я труп, а трупы как бы не разговаривают. Так, тут Отомчик, тут мертвый Херейт, там мертвая Мия, там мертвый Банан, здесь у нас стоит картошка и Лера. В смысле? Тут еще один человек! А он же сейчас спалит Леру! Ага, все, Лерочка, до свидания. А что произошло? Я вообще, я изначально всем говорил, это Лера, мне верил кто-то, нет? Всё. Так это Отомчик был! А чё мы изначально-то Херейда кокнули за борт? Если это Отомчик, вы видели сейчас, как они вдвоем в одну комнату забежали и сразу двоих зарубасосили? Командная работа, ты чё, ага. Ладно, давайте. Третий раунд. Сейчас точно Херейд будет убийцей, я вам прям зуб даю. Ложь и провокация. Я хочу вечерника. Вот с бананом, с кем, но с бананом согласен. Давайте. А сейчас убийца я и Лерочка. Чё-то Лерочке как-то везет на самом деле на предателя. Она вот это... Она каждый раз убийца, можно сказать! Я не знаю, у кого я сейчас кокнул, но он выполнял задание, поэтому без разницы. Валим отсюда, валим, кокаем. Сейчас еще одного нужно 20 секунд, чтобы прошло. Выключаем свет и... кокаем второго! Я не знаю, кто это был! Прячемся в люк! Слушай, прошло 30 секунд, прошло, минус 2 трупака. Вот как надо за убийцу играть. Так, сейчас перемещаемся по вентиляции в какую-то другую комнату. Ну, обратно вот в эту, там, где сейчас находится трупак. Закрываем дверь, чтобы оттуда случайно никто не пришел. И уходим вот через эту дверь. Ага, трупак нашли. Я шел и видел труп рядом с кафетерией. Я был с Лерой в начале, она пробегала мимо навигации, вот. Я выполнял там задание, и вот ты нас всех созвал. Ну, я рядом никого не видел, так что я предполагать не могу, кто это. Ну, я пока не знаю, поэтому я пропускаю. Лера в чате пишет, то это уже не я, я не могу быть 3 раза подряд. Ага, не могу. Вот Банан почему-то в предыдущей серии 3 раза подряд убийцей Банан был, поэтому, Лера, ты тоже можешь быть. Ага. А-а-а, так это я Банана кокнул в первую очередь. Прекрасно. Так, Лера побежала в одну комнату с Мией, поэтому она сейчас, наверное, ее закукарачит. А я Костечку. Костечку надо завалить. Но ничего. Так, давайте реактор выключим прямо сейчас. Так, тут у нас Отомчик. Все бегут чинить реактор. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отомчик, ближе подойди, пожалуйста. В смысле мы выиграли? Я только троих кокнул. Гуччи Флип Флапс? Кто писал, что не может 3 раза подряд быть предателем? Я вот тоже на самом деле офигел, как только увидел то, что Лера предала. А как мы так кокнули-то всех, Лера? Я в первом раунде вообще 2 сразу же за 30 секунд закукарачил. Я тоже. Ну ты, Лерочка, конечно, молодец. Ну ладно, я предлагаю еще тогда... Отойдите в сторону. Я предлагаю тогда еще один раунд. И сразу же вначале голосуем за Херейда и Банана. Ага, договорились? Нет. Давай. Лера, Курман. Давай, все, тихо. Давайте. То мне совершенно не везет, то я 2 раза подряд убийца. Хорошо, с Амочкой. Амочка на самом деле не очень хорошо играет за убийцу, но ничего. Я сейчас в одного затащу всех.
По крайней мере, постараюсь. Делаем вид то, что мы выполняем задание, если сейчас кто-то сюда ко мне придет. Пришел карась, которого я, в принципе, прямо сейчас и запердокаю. Ага, можно было и так, прекрасно. Быстро выключаем свет и сваливаем отсюда к чертовой бабушке. Ага, там Лера, здесь Костя, здесь Мия, они же меня не видят. Свет-то выключен. Я тут ни при чем, я ваши теории знаю, на меня даже не смотрите, нет. Ну я бежал где-то сзади, впереди меня видел там Костю и Мию, они вроде в этом, в щитах были, если я не ошибаюсь, поэтому я даже трупака никакого не видел. Ну, тогда я пропускаю, потому что я даже не знаю, кто это был. Давайте. Сейчас свет меня прям выручил. Они меня не видели, когда я выключил свет. Я прям успел убежать. Так, сейчас кого бы кокнуть. Я возьму опять выключение света и возьму закрытие дверей. А здесь бежит у нас, здесь банан, здесь амочка, отомщик. Нет, здесь я никого кокать не буду. Закрываем двери. Кокаем отомчика. И сваливаем в люк! Па! И трупак валяется посередине комнаты. А я просто беру, перемещаюсь в другую комнату и вылезаю отсюда. Прекрасно! Мы с Лерой нашли два трупа в кафетерии. Один вот сейчас находится сзади, где Лера стоит, и один вот в этом проходе. Ну, лично я был вот там в админе, и я выполнял там задание. Поэтому я даже не знаю, кто это мог быть. Мне кажется, это Амочка. Я вообще ее всю игру не видел. Я тоже не видел Амочку всю игру почти. Мне кажется, это Херейт. Мне тоже кажется, что это Херейт. Вот, кому еще кажется, что это Херейт? Мне. Так, ну тогда если Лере, давайте тогда голосуем за Херейда. Я лично за него, он всегда подозрительный был. А сейчас он валит почему-то очень сильно на Амочку, я не знаю. Ребята, у вас был опыт, как меня выкидывать. Так, ну все, Херейт, до свидания. Он Леру убил. Мы опять невидного Херейда за борт выбросили. Ну ладно, с кем не бывает, да? Ну неплохо, неплохо. Мия бегает, Костя бегает. Я сделаю... А-а-а, утечка кислорода! Утечка кислорода прямо сейчас! Костя побежит сюда или не побежит? А если не побежит, я тогда возьму и закрою двери где-то вот здесь. Опа, закрою на всякий случай. И Костя... А, я думал, здесь двери закроются, я смогу кого-то кокнуть. Ладно. Или я выключу здесь свет, вот здесь, или сейчас сюда забежит картошка. Я выключу... картошка здесь стоит... Я закрою двери, картошка... Ну, подожди, получается? И прыгаем сразу же в люк. И торчит башка картошки. Я зашла в электрик и нашла труп. Со мной был все время Костя. Почему у меня появилось ощущение, что это Эд? Он, понимаешь, он бежал за мной, пытался меня убить, но потом я встретил... Вроде бы, Дашу как раз встретил, которую и убили. Да ты задрал. Слушайте, вам самим не кажется, что это уже как-то смешно? Он в каждой игре обвиняет меня, хоть мы с ним даже не пересекаемся никак. Ты бежал за мной, потом ты увидел, как Даша еще шла на тебя. Поэтому ты убил Дашу, но не убил уже меня, потому что я был в толпе. Если бы я хотел, я бы тебя давно уже убил, честное слово. Я Амочку не видела весь этот раунд. Я ее ни разу не видела. Я видела, ну, может быть, это Амочка, я не знаю. Я Амочку тоже не видел. Голосуйте уже за кого-то, если хотите. Я вот никого не видел, поэтому я даже не могу ничего сказать. Проголосовали двое за Амочку. И Амочка вылетела. И сейчас я остался один против троих. Слушай, а как мне их сейчас разлучить? Они же все время будут вместе бегать. А, ну я тогда тоже сейчас пойду за ними и просто потом в середине выключу свет и кого-то случайно кокну. Можно сказать, почти идеальный план. Так, давайте. Все на меня. Сюда я сейчас выключу свет. Выключаем свет, подходим сюда, кого-то кокаем и сваливаем. А, это Мия! Я когда был, она выключила свет просто у меня на глазах и кокнула Костю. Я это видел, Лера. Это ты убил Костю, я видел, ты зашел, Костя шел впереди, и ты убил его.
вот при мне. А, так свет же! А как, Лера, а как она видела кого-то, если свет был выключен у меня на экране? Как она меня могла увидеть, получается? Потому что видел, как ты бежал, ты убил Костю при нас, Лера, и ты убил. Костю. Лера, она убила Костю при нас с тобой. Она просто выключила свет и кокнула просто у нас на глазах. Костя был моим почти лучшим другом. Мы всегда с ним как не разлей вода были. А сейчас она просто его отобрала у меня. Я голосую за Мию. Это 100% Мия. Да в смысле вы меня выкинули? Не я же был! Лера, хорошая работа. Костя, прости. Костя! Ну подтверди, что это Мия тебя кокнула! А вообще, меня кокнул тупой алкаш по имени Банан. Я вообще не был маньяком. Объясните мне, что с ним в этой серии происходит? Он в этой серии вроде ни разу даже убийцей не был. Или вроде один раз. У него горе, он не был предателем. Кстати, да, у Банана сегодня горе. Банан за всю эту серию ни разу предателем не был. Банан, не только мы тебе все сочувствуем, кто находится в этой комнате. И посочувствуй Банану прямо сейчас в комментариях. Мне кажется, Банан, ты как себя чувствуешь? Голова болит. Чтобы у Банана голова не болела, мне кажется, это... Что, Банан, надо сделать? Лайки поставить. Ничего не понятно, но очень интересно, да. Короче, рассаживайтесь по местам. Сегодня за борт мы никого выбрасывать не будем.